Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, помощник в решении домашних заданий. Номер 10, урок 15. Реши задачу. А. Охотник, убегая от медведя после осечки ружья, пробежал 30 метров за 5 секунд. Сколько времени ему потребуется, чтобы добежать с той же скоростью до домика лесника, который находится на расстоянии 360 метров от места встречи с медведем? За секунду 300 разделить на 5 равно 6 метров. Потребуется 360 разделить на 6 равно 60 секунд. Запишем данную задачу выражением. 360 разделить на 30 в скобочках деленное на 5 равно 60 секунд. 60 секунд – это 1 минута. 1 минута потребуется охотнику, чтобы добежать до домика лесника. Б. Павлину в зоопарке за неделю добавляют в корм 350 граммов пшеницы. Сколько пшеницы съедает павлин в зоопарке за месяц, 30 дней, если каждый день он съедает одинаковое количество пшеницы? В день павлин съедает 50 граммов. 350 делим на 7. Неделя 7 дней. 50 грамм за один день. 50 умножаем на 30. Получаем 1500 граммов. Запишем задачу выражением. 350 разделить на 7 умножить на 30. Получится 1500 грамм в день. 1500 граммов – это 1 килограмм 500 граммов. Ответ: 1 килограмм 500 граммов съедает павлин за 30 дней. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.